Сергей Ширяев – обманутый дольщик. Пришел к Дмитрию Голубкову, чтобы депутат помог ему восстановить свои права. Хотя обманут Сергей только по факту, ведь дом уже построен и сдан в эксплуатацию. Но это только на бумаге. На самом деле дом не пригоден для проживания. Я подал на основании федерального закона 214, подал в суд, выиграл суд. Они должны мне компенсацию, но застройщик пропал. Ну, и, грубо говоря, в 2014 году Госстройнадзор подписал уведомление о вводе, и глава администрации тогда был исполняющий Мельников и Соловьева, начальник архитектуры, приняли этот дом в эксплуатацию без света, без электричества, без воды, без канализации. Депутат предложил отменить акт ввода в эксплуатацию, но сделать это будет непросто, ведь в доме, несмотря на отсутствие коммуникации, проживает 3 семьи. С такой правовой коллизией Сергей борется уже 6 лет, обращается в разные инстанции, прокуратуру, Следственный комитет. Дело возбудили, но ни те, ни другие не торопятся привлечь к ответственности виновных лиц. Суд также отказал в понуждении застройщика довести дом до ума. И пока остается только один вариант. Я могу написать в Минстрой областной. Отправил, Игорь Валерьевич отправил уже министру строительства. Вот мой этот. Ну, я еще напишу. Да. Ну, как депутат. Ну, да. Депутатский запрос. Да. Прошу, значит, уделить особое внимание. А следственного органа не может как депутат смотреть? Кто федеральный? Я могу, значит, попросить уделить особое внимание по сложной ситуации. С подобными вопросами Дмитрий Аркадьевич разбирается часто и делает все возможное, чтобы люди скорее заселились в новостройки. В этот раз пришли также с проблемой газоснабжения одного из домов ЖК «Центральный», собственники который год не могут справиться с этой проблемой. Была инспекция ряда, там котельная, конечно. И опять ничего. Вот я сейчас вот была опять котельная, уже опять вот, все время разговор, ну ничего не получается. Чтобы получилось, нужен депутатский запрос Минстрой, что и пообещал сделать Дмитрий Голубков. Всего за прошлый год к нему обратилось 60 человек, и все они получили депутатскую поддержку. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».